Fire drills are held weekly or monthly depending on the ship's type and company safety policy. At each drill, the crew is instructed in the proper use of the various type of firefighting equipment. Fire drills are normally held in conjunction with buoy drills. Fire drill, пожарная тревога, are held, проводятся, weekly, еженедельно, один раз в неделю, monthly, ежемесячно, один раз в месяц, depending on, в зависимости от, safety, безопасность, policy, политика, is instructed, инструктируется, получает, проходит инструктаж, proper, правильный, надлежащий, various, различный, разный, normally, обычно, in conjunction, совместно, в сочетании, buoy drill, шлюпочная тревога. Пожарные тревоги проводятся еженедельно или ежемесячно в зависимости от типа судов, от безопасной политики компании. При каждой тревоге экипаж инструктируется правильному использованию различных типов противопожарных оборудований. Пожарные тревоги обычно проводятся совместно с шлюпочными тревогами. Any crew members must consult the master list immediately upon joining the ship. He, she must familiarize himself, herself with his, her emergency stations and emergency duties. Crew members, члены экипажа, consult, консультироваться, upon joining, после прибытия на судно в качестве нового члена экипажа. Familiarize himself, ознакомиться с чем-нибудь. Emergency station, посты по аварийному расписанию. Emergency duties, обязанности в чрезвычайных обстоятельствах. Борьба с пожаром. Палубная команда является ответственной за обслуживание и уход, осмотр и пополнение всех переносных противопожарных оборудований, пожарных огнетушителей, пожарных рукавов, пожарных стволов. Машинное отделение является ответственным за обслуживание и уход всех стационарных противопожарных систем, пожарных насосов, пожарных магистралей, пожарных гидрантов, ящиков с песком в котельном отделении. Эти оборудования включают трубопроводы, клапана, вентиля, баллоны, органы управления, сигнализации. Рядовой состав должен следовать инструкциям командного состава в зависимости относительно противопожарных методов и практик. Все противопожарные оборудования должны содержаться в хорошем рабочем состоянии, готовым к немедленному использованию. Противопожарные огнетушители должны быть под рукой, и они должны быть того типа пожара, как ожидается, должен случиться. Пожарные тревоги проводятся еженедельно или ежемесячно в зависимости от типа судов и безопасной политики компании. При каждой тревоге экипаж инструктируется правильному использованию различных типов противопожарных оборудований. Пожарные тревоги обычно проводятся совместно со шлюпочными тревогами. Все члены экипажа должны проконсультироваться с расписанием по тревоге немедленно по прибытию на судно. Он или она должны ознакомиться со своими аварийными постами и аварийными обязанностями. Значит, у нас мастер-лист, это как бы лист обязанностей аварийных, да, список. Потом у нас идет emergency stations, аварийные посты управления. То есть у каждого человека по своему аварийному расписанию, по своему мастер-листу, он должен смотреть, где находится его emergency stations, то есть куда ему бежать при тревоге. Каждый член экипажа должен знать свое master stations. И emergency duties – это аварийные обязанности. То есть для каждого человека, для каждого члена экипажа расписаны свои обязанности по тревогам индивидуально.